Я сейчас поднимаюсь на ратушу в центре Львова. Уже, наверное, где-то порядка 150 ступенек преодолено. Осталось еще половина. Вот. Мой медитативный подъем разбавили динамикой дети. Не знаю, где ли видно. Но вот там вот далеко, внизу начинается подъем. Вот. Сейчас я пропущу ребят. Они молодые, активные, но наверху уже у них дыхалка. Вначале добежали быстро. Ладно, потихоньку пойдем. Там интересные механизмы какие-то. Эти грузики поднимают. Мне вспоминается брат 2 и его стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Так, я сейчас пропущу. Есть лесок. В поле каждый колосок. А что это у меня? Почему это плохо фокусируется? Там вся фигня с твоей звук. Который поднимает. Уже почти наверх. Вот и свет в конце туннеля. Но я думаю, что вид будет оправдан. Явно оправдан. Закручивается лестница. Сейчас красивый двор. Пойдем на пикник. Вот он, Львов. А тут бандион. А там бандион. Кто хочет вернуться? Впереди православный храм. Их здесь очень мало. В основном это католики. Вот она площадь, где я снимал вчера вечером, днем. Интересное же место. Что такое? Погода потрясающая, очень тепло, атмосфера супер, лето. Я просто чекаю момент, когда скажешь, давай спустимся. Город очень-очень старинный, очень-очень красивый. Много очень строили европейцы здесь. Очень жалко, что закрыты крыши. Вчера была попытка найти крышу для заката. Ох ты, ё-моё. Thank you.
Очень рекомендую побывать во Львове.